решение главы государства, лидера нации Нурсултана Назарбаева о проведении досрочных выборов Мажилиса Республики является современной политической мерой, направленной на дальнейшую демократизацию казахстанского общества. И это решение принято в непростой экономический период. Важно и то, что решение о досрочных выборах поддержали и сами парламентарии. Они инициировали этот вопрос. Алматинский городской филиал Республиканского общественного объединения против коррупции ЖАНРУ всецело поддерживает решение главы государства и выражает уверенность, что выборы дадут возможность избрать высший законодательный орган и маслихаты местных уровней, достойных представителей народа, которые внесут весомый вклад в дело дальнейшего политического, экономического и социального развития страны. Гарантом прозрачных и справедливых выборов является глава государства. Вчера глава государства дал соответствующее поручение Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуре об обеспечении законности в ходе неочередных выборов. Казахстанский народ всецело поддерживает своего президента. Уверен, что выборы покажут сплоченность, зрелость и мудрость казахстанского общества, которое в очередной раз продемонстрирует поддержку стратегического курса президента, направленного на улучшение благосостояния нашего народа. Здесь спрашивали меня отдельные журналисты, почему именно сейчас принято это решение. Думается, здесь присутствовал и экономический прагматизм. Совмещение выборов в Мажилис Республики и в маслихаты местного уровня, оно соответствует положениям нашей Конституции. И уже здесь говорили, что оно приносит определенный и экономический эффект, то есть выгоду на расходы данного электорального процесса. Прозрачный выбор, прежде всего, обеспечит наше действие законодательства. Кроме того, по сложившейся практике в избирательном процессе будут задействованы международные органы, международные эксперты будут приглашены. И самое главное, наше законодательство, оно строго карает за нарушение законности в ходе избирательной кампании. Что ждет народ от этого избирательного процесса? Прежде всего, должно произойти определенное обновление мажлиса. И новые депутаты, нового мажлиса, они прежде всего должны принять меры к выправлению экономической ситуации. Оно является на сегодняшний день сложным, и это не скрывает ни глава государства, и государственные органы страны. И здесь нужно найти определенные неординарные политические меры, экономические меры, которые позволят выровнять ситуацию и с меньшими потерями выйти из этого экономического кризиса.